Мишка Шифман башковит. У его предвидения. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в мневнике, говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раз я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле бездна их, там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит и безработица. Мишка мой кричит, к чертям, виза или ванная, едем, Коля, море там, Израиль или ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, ста. Мишки там сказали нет, ну а мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка бьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.